muhtaram muxlis, qadrli vatandoshlar, Xalq bank lotereyasining navbatdagi efirida, tirajida yana ko'rishib turganimizdan baxtiyormiz. Xursandmiz, baxtiyormiz. Конечно, мы рады. Прямой эфир. 17 декабря, несколько недель до Нового года, и вот уже 90-й тираж лотереи Суперлото, игра 6+1. Xuddi shunday, bugun Superlotoda 90-inchi tiraj va biz mamnuniyat bilan e'lon qilamiz. Birinchi kategoriya super yutuq miqdori 1 721 972 625 so'm. Это сладкое слово суперприз. Сегодня он составляет 1 721 972 625 сум. Davom etamiz. Ikkinchi kategoriya katta jackpot 861 565 900 сум. Третья категория или малый джекпот сегодня составляет 70 492 063 сумма. Va beshtalik, to'rtinchi kategoriya 43 915 650 сум. В случае, если победителей вот в этих первых четырех категориях будет несколько, то сумма призового фонда всех вот этих категорий разделится поровну среди всех выигравших. Есть еще три категории, вот здесь выигрыши фиксированы. Пятая – 1 200 000 сум. Олтинчи категория – 120 000 сум. И седьмая категория – 60 000 сум. Бугунги ойны кузатып борадыган хайат раисы ва унинг азоларны бирма-бир таныштырып отамыз. Шералиев Анвар Холливич, Халк банк марказий аппаратыда бөлім башлығы хайат раисы. Член комиссии Батыров Шакир, пенсионер, активист Махалик Ихрамон из района Шарафа Рашидова Джизакской области. В Юлдашев Сардор Юсупович, Халкбанк Маркезия аппарата Болем Бошлага, Хайат Райса. Хайат Азоса. Как растет число участников? Сегодня в игре 19 252 билета. И это просто статистика для вас. Они содержат 62 845 всевозможных игровых комбинаций. Хабазиса. Qaytirilgan barcha ro'yxatdan o'tgan biletlar tushirilgan diskni topshirdik. Hay'at raisiga o'yinni boshlashga hamma tayyor. Да все готово. Осталось нажать кнопку и привести в действие первый лототрон. Biz boshladik. Omad yurtdoshlarimizga yor bo'lsin. 6+1 kombinatsiyasini aniqlaydigan, aniqlashi mumkin bo'lgan yurtdoshlarimiz, bunday istakdagi bo'lgan hamyurtlarimiz juda ham ko'p. Chunki super yutuqni qo'lga kiritishni kim ham istamaydi deysiz. Birinchi shar bor. 27. 27. Я прослушала, что вы сказали, потому что настолько шумно сегодня шары вращаются. Это сильно заметно. Повторю, что в этом лототроне содержится всего 40 шаров от 1 до 40. От золота. Второй шар выпал под номером 36. Всего же выпадет ровно 6 шаров. Но какие именно будут шары, не знает никто. На планете Земля, да, вы мне показываете? В этом мире. Третий шар, омбар. Третий шар под номером 11. Четвертый шар, 26. Четвертый шар под номером 26. Помните, несколько раз мы замечали, что вот шестой шар, вернее седьмой, совпадает с тем, что выпадает в первом лототроне. На батаге вещень шар, он уч. 13. Посмотрим, как будет сегодня. Это просто наше наблюдение. Конечно, это ни о чем не говорит. И я уверена, у тех, кто играет, у них свои методы, своя какая-то статистика. Шестой шар под номером 38. Кайта работа мы с барча шарлар, да? 27, 36, 11, 26, 13 и 38. Игрома етті, 36, 11, 26, 13, 38 рақамлары түшті. Біз ойыны давам еттірамыз ва ikkinchi лототронны ішке түшірдік. 20 шардан биттасыны күзетамыз. Ана шунда 6+1 комбинациясы хасыл болады. Да, и этот один единственный шар и решит судьбу суперприза. Только угадав комбинацию 6 шаров с первого лототрона и один шар со второго, в этом и есть смысл 6+1. Етті. Ну что, не совпадает, да? Видите, каждый раз по-разному. Итак, седьмой шар со второго лототрона, первый шар под номером 7. Все завертело, все запутало. Ну, вы видите, вот к
комбинация 6 отсюда, 1 оттуда сложилась. И выпавшие числа уже переданы в центральную систему Народного банка. И в эти самые мгновения определяются результаты, которые скоро получим мы и огласим для вас. Худ Demak, 7 ta raqamni ko'rdik. Bir necha daqiqalardan so'ng natijalarni e'lon qilamiz. Nasib etsa, e'lon qilinadigan natijalar sizga yoqadi degan umiddamiz. А пока о чём мы скажем, что только что, если кто-то из вас включил телевизор и не понимает, что там за цифры. А в прямом эфире лотерея Халкбанка, суперлото, игра 6+1. И лотерея проходит каждый понедельник и каждый четверг в 19:00. На телеканале «Наво». Худди шундай, душанба ва пайшанба окшомида «Наво» телеканалда тоғридан-тоғри жонли эфирда суперлотони томоша қилиш имкониятига эгасиз ва бундан ташқари Халкбанкнинг яна иккита лотереясы бор. Чоршанба окшоми ва шанба окшомида «Шарқона лото» ва «Омад лото» мос равишда. Но везде разные условия. Если здесь 6+1 нужно угадать, в Шаркона Лото там 6 из 36, и в Омад Лото каждую субботу то, что там 5 из 36. Нима бўлган тақдирда ҳам қайси лотереяда иштирок этманг, Халкбанк сизга мана шундай омадли, бахтли, қувончли юртдошларимиз сафида бўлишингизга имкониятни яратиб бераверади. Чунки юртдошларимизнинг қувончи бизнинг қувончимиз, сизнинг бахтингиз бизнинг бахтимиз. Лотерея орқали омадингизни синаб кўриш имконияти эса ҳар биримизда, ҳаммамизда бор. А сыграть и попытать удачу можно в любом из филиалов Халкбанка. Сейчас вы будете смеяться, как всегда, потому что я говорю «здравствуйте», ну, когда вы заходите в Халкбанк и говорите: «А я хочу попытать удачу. Дайте мне, пожалуйста, лотерейный билет». «А сколько вам?» «Ну, мне». А вот чем больше лотерейных билетов, тем, конечно же, больше шансов на выигрыш. Цена одной комбинации – 5000 сум. Согласитесь, мне великие деньги. А возможность выиграть, о-хо-хо, какая. Ну вот, например, сегодня суперприз свыше 1 миллиард 721 миллион, и там еще немножечко. Представляете, какая сумма? Хакикаттан хам, хозырча мана 90-инчи ютуклар тираждамыз, бір нече дакикадан кейін супер ютуқ эгасы бар ёки ёқлигини хам анықлаймыз. Лекин шу фурсатгача хали супер ютуқни қўлга киртган юртдошимиз бўлмади. Лекин бошқа кейинги категориялар бўйича катта суммаларни қўлга киртган ва ўзини бахтиёр ҳис қилган ҳамёртларимиз жуда ҳам кўп бўлди. Слово бахтиёр вы сегодня сказали 78 раз. Ёқ, 90 марта. Точно. Рахмат. Потому что 90 тираж. Спасибо большое. А вообще такое слово классное. Его хочется желать всем. Поэтому будьте бахтиёрами, будьте счастливы. И играйте в лотерею Омад Лото. Почему Омад Лото? Вообще во все лотереи играйте. И в Омад Лото, и в Шаркона Лото. И, конечно же, в Супер Лото. Итак, по седьмой категории количество выигрышных комбинаций 110, сумма выигрыша на одну 60 тысяч сум. Олтинчи категория бойча, бриз 11 нафар юртошимиз, бриз 20 минг сум, да, кольги кыш. По пятой категории количество выигрышных комбинаций 9, сумма выигрыша здесь тоже фиксированная, 1 миллион 200 тысяч сум. Тортинчи категория бойча, 2 нафар омадли юртошимиз, 21 миллион 957 минг 825 сумдан пули ютогы сизге. Вот так счастливчики, таблицу можно убирать, потому что вы видите, что третья и вторая категория по нулям. Вы представляете, по четвертой категории сразу двое людей стали богаче на 21 с лишним миллион. Новый год впереди. Чудеса, волшебство. Надо верить и действовать. Ха, кейнги кадамымыз бу супер ютук бар, ёки ёклигини эълон қилиш. Супер ютук бар, лекин унинг ғолиби бугун афсуски ёк, қадрли мухлис. Бугун биринчи категория бойича ғолиб аниқлангани ёк. Но мы же не расстраиваемся и вам советуем, потому что сумма суперприза будет расти до тех пор, пока вы его не угадаете. И она теперь выросла и составит 1 миллиард 757 миллионов 498 тысяч и даже 563 сумма. 91-й тиражда 1 миллиард 757 миллион 498 563 сумлик супер ютук сизники болишы мумкин. Омадли юртдошларимиз ана энди имконни қўлдан бой бермаг биз. Ҳайат раисига мурожаат қиламиз, эътирозлар бор ёки йўқ? Ўйин лотерея фаолиятини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ўтказилди. Эътирозлар йўқ. Ҳаммаси жойида, эътирозлар йўқ. Ғолибларимиз кўп, ҳаммаларини табриклаймиз. Удачи, и пусть она сопутствует вам во всем и всегда. А еще вы с бахтиёрами, так вы?
Саламат были. Нет, вы все-таки это слово сказали 78 раз. 90 раз. Ну почему так много?